Всем привет, мои дорогие! Мы продолжаем играть Little Big Workshop. Вы на канале Улакайт и продолжаем. Сейчас только дождемся, пока это загрузится. У нас тут супер большой, хотя не такой уж большой, на самом деле нам нужно сделать всего 25 переносных каминов, но нам за это обещали 50 тысяч! 50 тысяч! Сейчас я убежусь. Да, 57, 970 даже. Так что Безумный Стив наш теперь официально самый-самый лучший друг. И мы займемся им, ну ладно, не в приоритете. Нам нужно все-таки делать для него же, кстати, телеграммофоны. И, возможно, для этого нам нужно бы сделать вот такую вот вещь. А именно добавить еще пару эльфят, которые займутся у нас... Металлический лист. Так. Металлический лист. Ай-яй-яй-яй. Народ, сейчас все будет. Некуда положить. Ну да, понятно, сейчас у нас целую кучу привезут всего. Ой-ой-ой. Ладно, вот это у нас пока что побудет общим складом, наверное. Так, у нас с телеграммофоном какая-то сейчас беда. Нам нужны ящики. Вот эти вот ящики, их мы делаем место для склеивания. У нас же не одно место для склеивания, да? Так, вот, все, теперь нормально. Перенесли это на доску и все прекрасно. Ладно, пока они делают. Мне как-то очень хочется приоритет повысить. Чтобы делали это все максимально быстро. Вот. Мы пока что тут перенесем, продолжим переносить в нашу расширенную нашу мастерскую. У нас тут окрасочная и два инъекционных пресса. Мы пока что не очень хорошо работаем с пластиком. У нас самые такие азы. Но, тем не менее, кстати, действительно, давно-давно не выпадал. Так, я опять нажала на ремонт. А на ремонт нужно нажать вот здесь. У нас довольно много денег. Надо, наверное, посмотреть еще, что из оборудования нам можно поставить. Нарезка металлических. Ну, или нет, наверное, знаете что, не будем мы торопиться, но придержим небольшое количество денег, чтобы на следующем заказе мы могли действительно какие-то хорошие станки поставить. Что у нас там с исследованием? Ничего, ждем уровня. Телеграммофон. У нас действительно беда только вот с этими вот штуковинами. Нужно их по максимуму быстро делать, но они почему-то их не хотят делать быстро. Ух ты, рабочий упал от усталости. Да, мы парочку рабочих, конечно, добавили. Возможно, нам нужна еще одна комната отдыха. Так что, слушайте, знаете, что вот я подумала? Хорошее место вот здесь для комнаты отдыха. И дверь. Ой, беда с граммофонами. Прямо беда. 4. Ну, ускоряемся вроде. Я только чуть-чуть посмотрю. Ну-ка, что у нас тут появилось? Барбекю на колесах и складной стол. Ну нет, мы сосредоточимся на том, что есть. Ох, ну-ка. Похоже, моего
похоже, ваша компания крупнее моего любимого детища, проекта под названием «Логистическая компания Сангвиний». Что ж, может, пришла пора положить конец вашему заводику глупых вещиц? Что? Сейчас, вот в эту конкретно секунду на нас еще и будет атака какая-то? Или он так грозится просто? Прибыл грузовик. Чего прибыл грузовик? Непонятно. Денежки еще есть немножко, так что ставим. А, помехи. Вместимость ставим вот так вот. И тут ставим стол. Думаю, для начала хватит. Ну же, ребятушки, давайте, поднажмем. Девять. Десять. Одиннадцать. Ну же. Ах, 11, ладно. Ну, сейчас хотя бы переносными каминами займемся. Мы так не договаривались, получили всего 79% товара. Я слышу, вот у нас что потрескивает. Место для склеивания. Народ отдыхает. Прекрасно. Что ж. Вот если бы у нас получилось предыдущий сделать вовремя, то мы бы получили опыт и сейчас получили бы уровень. А сейчас, кстати, мы 11 уровень. Точнее, ну да, 11 мы в рейтинге Ферпс. Филиал компании Немезида. Понятно. Действительно, мы опережаем. Ну-ка, тут, я так понимаю, у нас, в принципе, это мы уже практически их доделали. Так что, думаю, можно взять, например, вот эти вот складные столы. Смотрим. Древесная плита. Склеиватель. И напил... Есть. Тут можем вот так вот их нашлепать. У нас есть специальный станок. Это странно. Половина одного типа, половина другого. Все ножки делаем одного типа. Нам же еще и симпатичность нужна, да? Оп. Ага, они разных цветов будут. Ну, я думаю, не страшно. Так, и сборка. Нам бы что-нибудь автоматическое для сборки, а то получается какая-то беда. У нас очень сильно мы вот на этапе сборки так просаживаемся. Слушайте, мне кажется, действительно... Так, я задумалась, и насколько вы помните, я говорила, что вот эта комната у нас будет для еще нескольких сборочных мест. У нас же точно нет для этого никаких специальных, да? Так, пресс, нет, ничего специального для этого нет, только сборочные вот эти вот места для сборки. Так что мы добавим их еще немножко. И вот эти вот в этом плане мы
Вот это вот место для сборки вот сюда переназначим. А в том месте для сборки, вот в этом, вот в этой комнате, мы уже только окончательный вариант будем делать. Вот так вот я подумала, придумала. Ну-ка, эти граммофоны. Их бы продать куда-нибудь? Или вообще хоть куда-нибудь деть? Как от них избавляться-то? Удалить зону мы можем. Можем удалить? Давайте удалим зону. И на ее месте поставим еще вот одно такое место для сборки. Не можем пока что. Пока, видимо, тут это все стоит добро. Вот почему, интересно, простаивает? Прямо ведь простаивает. Вот пустой. Почему не пользуется ими, непонятно. Упорно тащится нейтральное. Может быть, это какой-то... Ну, не буду говорить, что глюк. Но какое-то недоразумение. Какой-то баг, возможно, его исправят. Так, все, ставим место для сборки, ставим доску и сюда какой-нибудь красоты поставим. Да, только поставить эту красоту, потому что я бы еще, если честно, сюда поставила. Что тут у нас не очень удачно дверь стоит. Я бы ее лучше вот так, наверное, поставила. Осталось два, и мы получим очень-очень много денег. Так, дверь одну снесли, а вторую вот поставьте мне, пожалуйста, вот сюда. Да, заказ. И поставим здесь что-нибудь симпатичное, например. Кулер. Заказ. Все. Последнее. Давайте. Все, есть. Доставить. Круто. Это большой суперконтракт на огромные-огромные деньги. Лучший друг, максимальный уровень. А между прочим, у нас со швеей это тоже максимальный уровень. 57 тысяч, 23 тысячи опыта. Обалдеть. Что ж, я думаю, что мы в честь такого вполне достойны того, чтобы назначать кого-то мастером столярного искусства. Рабочий, например, Оксана Кузнецова. Покажись, милая. Вот ты у нас будешь... Ух ты, у них аж наушнички появились. Какая прелесть. Как-то она... Да, она теперь выглядит как должна выглядеть. Надеюсь, у них автоматически будут приоритеты расставляться. Ладно. Что у нас тут? Барбекю на... Ну, прямо как-то за 10 тысяч уже неохота, да? Но... Что же делать? Нет, сперва мы создадим план. Посмотрим. Так, можно налить 8 штук или сделать... А, наоборот, он зараз льет, зараз наливает. А мы предыдущие ножки мы как раз делаем вот на вот этом вот... На вот этом вот верстаке. Будем называть это верстаком. Так что литье у нас простаивает, и мы вполне можем занять литье как раз вот этим всем делом.
тут у нас? Может быть, мы сделаем для разнообразия деревянные ручки? И у нас вот для этого, это что у нас тут? Есть как раз, сейчас я вам покажу специальное оборудование. Где оно? Сейчас найдем. Вот оно, фрезеровочный станок. Найти бы еще, куда его поставить, но, видимо, сюда только придется его ставить. Минус 7 настроения. Нет, что-то мне не нравится, что он тут стоит. Сейчас мы чуть-чуть все подвинем, и влезет у нас фрезеровочный станок. А тут мы, ну-ка, все починим. И фрезеровочный станок. Где он? Вот он. Большой. Странно, что боком он встает. Ладно, будет здесь стоять. У нас тут такая общая комната. Заказ. И теперь мы можем смело вот его, да, вот сюда вот назначать. Пилим мы все еще на наших электрических пилах. Тут тоже мы договорились, что ручки у нас будут все из дерева. А тут, ну-ка, нам нужно теперь... Нет, сперва выбираем давайте металлы. О, металлическая раскройка у нас есть. Так, вот пресс. И выбираем чашу. Выбираем чашу, например, вот такую вот. Оп. Оп. Все готово? Все готово. Что-то не готово, что-то... А, металл не выбрали. Эх. Работайте. Я тут не назначила, кстати. Все, барбекю на колесах тоже делаем. Все, прекрасно. О, мы заработали очередную галочку. Теперь нам нужно заработать 75 тысяч на рыночных поставках. У-у-у. Это у нас, конечно, простаивает. Кстати, мы одну девочку-то повысили. А вот думаю, что Анна Соловьева, Иван Зуев и Николай Иванов тоже вполне могут быть у нас мастерами столярного дела. Будем надеяться, что они будут предпочитать именно столярные работы. О! Я вижу слизь. Еще четверо. Я вижу. Видимо, из-за того, что она сейчас из головы не торчит. О, вижу. Раз. И вижу два. Вот тебя тоже вижу. И третий. Ну, кто-то тут у нас бродит со слизью. Все, четвертый тоже вижу. Нет, слизь это самое приятное вообще. Гномов прям терпеть не могу. Шпионы даже по сравнению с гномами такие противные. Так, вот тут вот нам нужно это перевести на доску.
Это тоже все перевести на доску. И это все тоже перевести на доску. Металлический стержень у нас. Его не хватает, его мы льем. Ладно, тут все под контролем. Вот как от них избавляться? От лишних граммофонов, гигантских таких. Знаете что? Я отказываюсь от рабочих зон, они ими вообще не пользуются. Пускай уж лучше все вперемешку складывают, но складывают хотя бы. У нас проблема со складными столами. В чем проблема-то? Складная ножка. Ну, работаем. Вроде бы работаем. Нет, пауза. Ну, не пауза. Пауза, не пауза. Смотрим. Вот складной каркас стола. Где ты получаешься? Ты получаешься вот тут вот. Так в чем же проблема? У нас все перенесено на доску. Перенесено, надеюсь. Все вполне успешно делается. Так, а это? Да, все на этих местах для сборки в итоге заклинило и ждет своей очереди. Непонятно. Ой, тормозим, ой, тормозим. Все, вообще, вообще запороли, просто. При отмене контракта у вас могут остаться детали, если создание продукции не было завершено. Кроме того, вы не сможете принять такой заказ повторно. Ладно, уж не будем отменять. Но это что-то у нас... Мы пообщались с главой логистического отдела, вы не доставили весь заказанный товар. Он, видимо, есть, да, он есть на рынке, мы его хотя бы сможем продать сейчас. Вот сейчас они начали его делать, главное. Частично мы перетаскаем, просто чтобы место освободить. И я хотела проверить, стали ли к нам хуже относиться за это. Нет, не стали. Братва и бицепсы, кстати, нам... Нам какое-то время нужно, вместо того, чтобы брать испытания, продавать на рынке товары. Ну-ка, улучшенные операции, сюрприз в коробке. Да, сейчас мы закончим с барбекю. Да, закончим с барбекю, потом закончим с остальными, со складными столами. Спрос мы прямо удовлетворили. Ох, удовлетворили. Вот
это вот наверх, вот это вниз. У нас эта складная ножка оказалась вот в заложниках, можно сказать. Тут у нас 8 дней. Я думаю, что нам уже сейчас лучше взять что-нибудь параллельное и пластиковое. Правда, среднее мы не можем взять. Потому что с пластиком работать не умеем. Но можем взять что-нибудь вот отсюда. Так, 468 мне не нравится. Кукол просто делать. Давайте-ка попробуем кукол. Ну как, попробуем, конечно... Биогранулы, и давайте хоть желтый у нее, пускай будет мордашка. 10 кукол. Это так, просто чтобы занять народ, а то мы вон уже сейчас в минусе находимся. Складной стол. Я обязательно возьму трубку. Но надо вот с этим разобраться. Все. Ваш завод что? Спереди, что сзади выглядит как свалка. Да завали ты, чувак. Мы не согласны. У нас все прекрасно на заводе. У нас очень чистенько, очень красивенько. О, все. Сейчас мы доделаем эти складные столы, продадим их. И с барбекю мы вообще супер впереди. О, какая милая куколка. Смотрите, просто прекрасная. У нее тут покраска. Все тоже прекрасно. Основание 1. Непонятно, почему основание 1 находится так низко. То есть, почему оно находится ниже, чем находится готовая из него продукция? Вот этого я совершенно не понимаю. И как с этим бороться, непонятно. Эти доски распределяют, ну, совершенно безобразно. Кукол мы делаем, столы мы не делаем. Или все-таки делаем? Нет, делаем мы эти столы, эти ножки несчастные. Вот тут кукол укладывают. Я искренне пытаюсь понять, по какому принципу вообще они укладывают или не укладывают на полки, потому что полки у нас занимают очень много места на самом деле. Но нам говорили, что полки это вот правильно и нужно. Что они как раз помогают разделять, помогают более удобно укладывать все на место и так далее. Ладно, продолжаем наш большой заход на рынок. Так. Вот этот, например, высокий комод. Ух. Ага, это у нас поклеечная специальная мастерская. Даже нет, у нас тут доска есть. Вот, прекрасно. Выбираем ручку. Хочу, например, пластиковую.
Да, розовую пластиковую ручку. Необработанное дерево, потому что мы жадные. Тут тоже пилим все на верстаках. Клеим на специальных клеевых верстаках. Пилим на верстаках. Ну, в общем, вы поняли. Собираем нас промежуточные собираем здесь. Окончательные собираем вот тут. Хотя сейчас, если честно, я задумалась, может быть, все-таки одну доску на всех четверых поставить. Так. И все. И я думаю, что мы сейчас посмотрим, во-первых, на финансы. Мы с одного получаем 1500 прибыли. Почему бы нам не сделать, например, 10? Интересно, что значит галочка партия. Никакие финансы она не влияет. Ладно. Барбекюшницу мы почти доделали. Столы мы совсем доделали. Или не совсем. Так, что не хватает столу этому несчастному опять? А, ну ладно, после барбекюшниц будет складная ножка эта. Все, барбекюшницы доставляем. Сейчас доделываем стол, я надеюсь, и займемся комодами. Где же? Вот она. Вот последний стол. Ух ты! А, нет, барбекю на колесах, это все правильно, мы же ему и собираем. О, крысы! Стая вонючих, но милых грызунов наводнила ваш завод. Поймайте их. Крысы и другие грызуны могут появиться и у лучших из нас, так что нечего стыдиться. Но они, правда, милые, кстати. Чтобы избавиться от них, придется использовать ловца грызунов. После сборки еще он себе... Ну, понятно, все, в общем, как про гномов. Ужас, как их много. Ой, я поймала двоих. Вот это экшен. Давайте, ребятки. Она чует, что я ее жду. Ладно, переместим, наверное, его чуть-чуть. Вот сюда. Высокими комодами занимаемся. Нам нужно заняться пластиком. Или металлом. Средний. Ну, вот такие барбекюшницы, например. Правда, они... становятся все менее популярными. Баллисты. Катапульта, точнее. О, боже мой. Это очень-очень амбициозный проект. Думаю, что с комода лучше их не совмещать. Сейчас мы с мышами разберемся. Есть. Ты их неудачно поставила. Ай, сейчас навернется. Я тебя вижу, зараза. Да, у них там какая-то своя тусня. Где-то здесь. Так, вот сюда вот поставим. Как у нас тут дела? Ящики комода у нас делаются вот здесь. Знаете, наверное, все-таки я была не права. А невозможно отключить от очереди.
есть. Последняя, последняя. Есть. 5000. Здорово. Раз уж у нас есть финансы, я думаю, что нам нужно позаботиться немножечко о развлечении. Не знаю, уж играют они в этот свой настольный футбол. Надеюсь, что да. Так, столик, ну-ка. Как-то так, немножечко улучшим их жизнь. О, ура-ура, мы получили уровень. Что же следующее? Так, антискользящие ботинки нафиг, сборщик. Операторов до сборщиков. Специалисты более эффективны при работе в своей сфере. А сборщики-то чем занимаются-то? А, они собирают итоговую продукцию. Продано. Чувак, добро пожаловать в сборку. Ну, как-то так. Сборщики это очень важно. Насколько я вижу, кстати, сборщики действительно занимаются сборкой. Тут мы не можем никакие ограничения поставить, да? Нет, не можем. Ну и ладно. Ладно. Высокий комод. Все, с мышами мы разобрались. И как я и говорила, давайте займемся чем-то. Чем-то, что нам принесет деньги. И, видимо, это будет барбекю на колесах. Ох. Ох, как мне дороги эти ноги, кто бы знал. Наверное, все-таки да, мы их будем делать методом литья. Это достаточно быстро. И один человек стоит этим, занимается, никого не отвлекает. И тут тоже. Ага, эти ручки деревянные, видимо. Тут у нас специальные есть верстаки для этого дела. Так что тут это тоже все будет более-менее быстренько. Разве что они, похоже, не очень-то хотят чесать вот в эту часть здания. Хотя, казалось бы, что им может помешать? Так, во. Я все-таки ставлю на эту доску, потому что я... решила, что, наверное, мы будем... Так. Слушайте, на этом металле мы прямо копейки зарабатываем. Ну ладно. В этом плане как раз испытания зарабатывают там намного больше денег. Когда на них закончится задача, я все-таки переведу все на одну доску. С другой стороны, без испытаний хорошо, никаких временных ограничений. Здравствуйте! У нашего отдела дизайна новый проект, для которого требуется несколько прототипов. Пожалуйста, разберитесь с этим как можно скорее. О, гроб! О, гроб! Наши дизайнеры назвали это вершиной плоских корпусов. Это интересно, это очень интересно. Вообще, что от нас требуется? На самом деле, не сильно-то много. Достаточно простой проект, в общем. Так, склеивочный есть. Есть. И покрасочный есть. Все, 7 штук, 8 тысяч. Ну, в приоритет, естественно, ставим. И, друзья мои... Как вы уже поняли... Ой, подождите, на это все нужны сутки?
Знаете, мы постараемся все-таки успеть, а потом только закончим игру. Пока мы тут стараемся успеть, я очень надеюсь, что вы не забыли поставить мне лайк. Если не подписаны, то подписаться. И, конечно же, пишите комментарии. Я очень стараюсь прислушиваться ко всем комментариям, следовать вашим советам. Так что, если вы знаете чего-то, чего не знаю я, то обязательно это пишите. Да. Кажется, мы не успеваем сутки. Хотя нет, вроде разгоняемся. Где у нас там готовые гробы делаются? Тут ящики, комода. А, вот гроб некрашенный. Знаете, все переводим вот сюда. Вот сюда вот переводим, а тут у нас остаются только некрашенные гробы. Нет, очень-очень-очень большой заказ. Ничего у нас вообще не получится. Удивительно, что они с нами. Гроб, крышка или корпус. Вот и все. Не получилось. У нас, к сожалению, не оправдали мы. Совсем не оправдали мы. У нас есть мусорный ящик. Я очень надеюсь, что они все поскидают в мусорный ящик, потому что у нас до сих пор стоят вот эти телеграммофоны, и мы понятия не имеем, куда их девать. Ну ладно, зато мы занимаемся комодом. Все, теперь точно. Всем пока-пока. Мы с вами увидимся в следующей серии. И надеюсь, к тому времени, в конце следующей серии у нас получится перейти к следующему этапу, а именно заработать более 75 000 на рыночных поставках. Все, пока-пока.